Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня я покажу обзор нашего четвертого заказа из каталога номер 16. Мы достаточно часто делаем заказы, но чтобы так 4, и еще назревает 5, хотя сегодня уже суббота, закрытие вот этого чудесного каталога, но в нем столько всего классного, такие чудесные скидки, такие шикарные предложения, что устоять просто невозможно. И сейчас вы посмотрите мой заказ. Во-первых, я очень радуюсь, что пришла супница, которую я так долго ждала. Она мне пришла в подарок по акции. Не могу вспомнить даже ее название. Надо было копить спонсорские баллы. Вот я накопила 500 баллов и взяла себе супницу. Если честно, это моя давняя мечта. И я всегда хотела, чтобы у нас дома была супница. Сейчас я вам ее покажу. Так, вот эту крышку не знаю, куда достать. А, знаю. У меня такая классная крышка. Так, кто здесь хулиганит? Вот тот, который претендует на премию «Оскар». Так, это отодвигает. Она большая, такая классная, смотрите, о, чудо, такая красотища. И у нее крышка, можно в нее налить суп, поставить на стол и всей семье разливать из этой супницы. Надо будет еще красивый половничек, о, заказ компании нужно сделать. Чудесная штучка, очень радостно, что я ее получила. Так, а в общем заказ составил 106 баллов. Такой небольшой заказик, но 106 баллов. Итак, что в заказе? Два набора. Это гель для душа с малиной. Он такой отшелушивающий, очень вкусно пахнет. И он прям как варенье. Смотрите, какой он густой. Он как малиновое варенье. В нем есть вот эти крапинки, как будто это от малинки такие косточки. И он чудесно отшелушивает кожу. У нас, кстати, сейчас такой стоит большой объем. 750 мл ванны. Недавно им купалась. Очень крутой, очень вкусный. И к этому набору, что такое набор? Это гель и перчатка для душа массажная. Очень чудесный подарок и вообще даже для себя взять. Кстати, если будете брать себе перчатки, берите сразу две. Вы не представляете, как это удобно, если сразу на две руки одеть по перчатке, налить гель или крем для душа или скраб даже. Я немножечко так вспениваю на перчатках и начинаю вот купать себя, да, массировать все тело сразу двумя руками. Это получается невероятно круто, намного лучше, чем когда одна только перчатка на одной руке. Поверьте мне, сделайте это и будете просто счастливы. Так, следующее, что у нас в заказе, это мужской набор. Он запечатанный, открывать я его не буду, потому что это заказали на подарок. Ну, посмотрите, может быть, еще успеете в этом каталоге взять чудесное предложение. Самое главное, что приходит в коробочке. Это же, ну, здорово, не надо заморачиваться и думать, куда положить, какой пакетик или какую-то коробочку дополнительно покупать. Готовый мужской набор. Стильно, красиво. Мне очень нравится такая подача. А вместо платы за доставку я взяла скраб для тела. Ой, для тела, для лица взяла скраб Optimals, но я его взяла на мастер-классы. Мы сейчас очень активно проводим с командой сессии по красоте, и иногда вот прям скраба не хватает. И я взяла именно Optimals, я бы, конечно, взяла Novage, но, к сожалению, он уходит у нас из каталога, поэтому будет Optimals. Так, это для моей подруги Wellness, вторая пачка. Первую пропила, значит, заказала вторую, пишет еще три. Три показываю, правильно, три. Еще три, говорит, хочу, чтобы дочка попила. Я говорю, как дела? Она говорит, круто, я вижу результат, волосы меньше выпадают. И говорит, у меня полез под пушек. Это очень здорово, потому что эти витаминки, они прям целевые. Именно для волос и ногтей. Поэтому рекомендую, сама тоже пью их регулярно, мне очень нравится. Так, это тоже под заказ бьюти-комплекс шведский астаксантин. Очень полезная добавка к пище, наверное, ее так нужно назвать. Я сама пью астаксантин каждый день, а когда я чувствую какой-то вот спад энергетический, или даже вот бывают какие-то предпосылки, что я заболеваю, я пью просто несколько штук. На 10 килограмм веса одну штучку добавляю, то есть у меня получается, я 5 штук разом выпиваю, и сразу как-то вот улучшается состояние. Так, далее, это тоже под заказ пилочка и масло. Чайное дерево, пилочка для ног, естественно, вот такая вот она, тоже не хочу открывать, но очень красивая, такая золотистая,
такой пластик, а в него вкраплены золотистые такие блестки, и это очень прикольно. Но пилочка обычная у нас такая раньше была, и зелененькая, по-моему, еще какого-то цвета. А вот масло чайного дерева я всем рекламирую, здесь флакончик 10 мл, потому что он помогает буквально вот от всего, он заменяет больше, чем половина аптеки. Можно, начиная вот от макушки до кончиков пальчиков на ногах, везде его применять. Ну, немножечко расскажу, как мы применяем. Когда перхоть, наливаем немножко шампуня, 2-3 капельки масла, смешали и помыли голову. И смываемся. А далее, насморк, горло, простуда, какие-то прыщики на лице, воспаление, порезы, ожоги, ушибы, то есть синяки. Все это можно маслом чайного дерева обрабатывать. Ну и спускаемся ниже, там у нас что-то, ну, не буду рассказывать, да, там тоже можно. И ножки. Очень часто бывает такое, что очень сильная потливость ног, даже грибок, масло чайного дерева вам в помощь. Обрабатывайте хорошо ножки, распаривайте пилочкой, отшелушивайте мертвую кожу и обрабатывайте чистым маслом, дайте ему впитаться. Делайте такую процедуру до тех пор, пока не пройдет. Очень быстро проходит. У многих даже проходит псориаз или хотя бы снижается его вот высыпание, что у меня подруга вот берет, пользуется и говорит, хорошо помогает. Вот, немножко про масло рассказала. Так, здесь в заказе, это тоже под заказ, маска с какао. Я, кстати, брала такую масочку, и даже есть видео на моем канале, записывали про эту маску. Классная, вот шикарное питание. Ну, я считаю, что это еще и очень крутой подарок. Просто вот если нужно сделать маленький какой-то подарочек, лучше всего подарить такую масочку, чем ну, потратить деньги на какой-то сувенир или шоколадку. Потому что можно за 100 рублей купить? Но мне кажется, ничего. А если еще учитывать нашу скидку 20%, получается маска 79 рублей. Но это очень крутой подарочек. Человек воспользуется, использует, получит шикарный фейс к Новому году, да, увлажненный, напитанный и чудесное настроение. Так, и еще у меня в заказе есть мыло Essence. У нас сейчас идет в каталоге акция, можно взять весь набор по очень выгодной цене. Но у меня клиентка захотела мыло, одно мыло. Ну ничего, пусть будет одно мыло. Попробует, распробует, поймет, какое оно классное, как вкусно пахнет, потом закажет все остальное. Как раз именно сейчас мы пользуемся таким мылом. Мне оно очень нравится, оно, знаете, такой плотный, классный кусочек, 75 грамм, не раскисает в подставке для мыла, хорошо мылится, хорошая такая пенка густая, и вкусно-вкусно пахнет, то есть надолго сохраняется аромат и на ручках, и в ванной. И еще мне понравилось то, что руки после него мягкие, то есть нет сухости, стянутости. Я, в принципе, люблю такие мыла, которые уже сразу дают какое-то увлажнение, питание кожи. Поэтому рекомендую вам тоже попробовать этот набор, он очень крутой, особенно если вы возьмете целиком, то там еще гель... мыло, гель для душа, то есть можно для рук и тела использовать, и лосьон для тела. Я уже взяла весь набор и пользуюсь им с огромным удовольствием. Вот, прям рекомендую. И та-дам! Здесь три краски. Три краски. Это для меня. Я решила поменять цвет волос и взяла себе краску «Лесной орех». Буду заниматься в ближайшее время своим преображением. Хочу к Новому году новый образ. Так что ждите меня уже не черненькую, а вот такую вот красивенькую, более осветленную. Вот, кстати, лайфхак расскажу. Я очень долго думала о том, как вот я хочу уйти от этого цвета, он мне достаточно надоел уже, я много лет этим цветом крашусь и покрасилась я им, в принципе, по ошибке, я никогда такой темной не хотела быть, то есть у меня всегда такой цвет был шоколадный какой-нибудь, ну, с отливами, даже рыженькой я красилась, мне это очень нравилось, как-то вот легко, прикольно. А потом случайно покрасилась такой темный цвет, просто ошиблась с коробочкой, и вот пришлось поддерживать такой оттенок, но... Я все-таки уже достаточно долго думаю, как от него, от этого цвета избавиться. Он мне так надоел, и хочется чего-то более легкого. Что я сделала? Я пошла в магазин, нашла отдел, где продают парики. И я померила парики разного цвета. И мне очень круто понравился вот оттенок, именно вот такой, как здесь на коробочке. То есть он такой вот светлый, прикольный, такой вот, ну, вообще здорово. У меня прям лицо такое совсем другое. Мне очень понравилось. Надеюсь, все получится и будет эффективно.
эффект заметен и на видеокамере. Вот, похвалилась, вам все рассказала. Кстати, остался пакетик Wellness еще, который приходит в подарок за покупку Wellness. Вот. Все, вот такой классный заказ. Успеваете в этом каталоге еще, как говорится, запрыгнуть в последний вагон и сделать покупочки то, что вы хотели, потому что в следующем каталоге уже таких скидок и таких предложений не будут. Будут тоже классные предложения, но таких не будет, поэтому успевайте. С вами была Лилия Донскова и кот Бакс, который бегал-бегал и наконец-то решил уснуть. До новых встреч! Желаю классного закрытия 16-го каталога. Пока-пока. GoPro Stop Video.